Всем привет! Сегодня мы делаем порог, декоративный порог, самый красивый в мире порог. Значит, муж сделал опалубку. Покажи, Жень. Вот он сделал опалубку из жести. Забросал туда бут и залил раствором, мешал 1:3. Плюс немного жидкого мыла. И вот у нас получился вот, ну вот, собственно, порог получился уже. Ну, он получился просто порог. А я его сделаю сейчас, попробую сделать красивым декоративным порогом. Для начала вот немножко постоял цемент. Нужно его пригладить кисточкой, чуть-чуть смочить водичкой и немножечко пригладить это все. Немного смачиваем кисточку и притираем. Сглаживаем, заглаживаем, делаем его гладеньким. Затем берем вот такой вот мастерок и попробуем сделать из этого порога пил дерева. Огромный старый пил. Пень? Ну не пень, пил. Деревянный. Давай посмотрим. После того, как прорисовали, берем щетку и сметаем, сухой щеткой, и сметаем все, что все крошечки. Вот так. Сделать вот такие вот трещинки. Thank you.
по центру и по краешку. Слушайте, а доски вы не делаете? А то мне для моих художественных изделий необходима доска. Доски тоже делаем. 25-ка. Только ничего не успеваем сейчас. Вот и так ночью делаем порог этот. Практически ночью. Ну и заключительный этап. Берем щетку по металлу и делаем мелкую такую фактуру дерева. Вот таким вот образом. По направлению волокон. Вот смотрите, как получается. Не знаю, камера передает или нет. Камера как-то слабо как-то передает. После того, как мы сняли опалубку с порога, мы мочим торец порога, замешиваем раствор 1:2, и вот такой вот он у нас вот, жиденький получился. Ну, такой, не сильно жидкий, вот так вот. 1:2 и немножко жидкого мыла. И делаем накидку. Примерно где-то 1-2 сантиметра. По желанию. Все мы вот так берем, накидываем. После того, как мы накидали, немножко пригладили, берем вот такой вот маленький вот мастерочек и боковой частью делаем, рисуем кору. Вот такой вот порог у нас получился. Еще не совсем высох. Посмотрите. Ну, по-моему, вроде похож на спил дерева. Может и нет. Кто-то мне сказал, на паутину похож. Может быть. Вот такой вот. Вот она кора. Еще буду красить, конечно, но уже когда полностью закончу фасад. Кору делала первый раз, так что, ну, так как-то получилось вроде бы. А может и нет. Вот так вот он смотрится. Или наши девочки, они нас веселили, развлекали, пока мы делали порог вот таким вот образом. Ну а когда я покрашу,
тоже покажу, но это будет уже совсем другая история. Всем мира, добра и до скорых встреч!